Слава Господу! Добрый день, дорогая церковь, братья и сестры, гости, кто первый раз сегодня. По нашей доброй традиции хотел бы зачитать Псалом Давида, 99-й Псалом. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Слава нашему Господу! Вы знаете, сейчас есть прекрасная возможность восхвалить нашего Господа, спеть Ему. И знаете, всего лишь 4 псалма. Ну, от силы максимум, может, 15 минут, а то и меньше это время тянется. И знаете, это время, когда ты имеешь возможность пережить Господа, имеешь возможность получить какое-то слово, имеешь возможность наполниться Духом Святым. И как ты проведешь это время? Каждый раз перед служением, когда мы начинаем прославлять, многие задают вопрос, а почему вначале прославление, а потом проповедь? Потому что в псалмах говорится, когда входишь в Дом Божий, входи с радостью, с восклицанием, с хвалою, с песнопениями в Его доме. Аминь. Слава Господу. И сейчас есть прекрасное время прославить нашего Господа. И не тратьте это время попусту. Не будьте здесь как зрители хорошего концерта, да, или просто простыми слушателями, а будьте прославляющими нашего Господа Иисуса Христа, потому что Он один достоин всей славы. Он один достоин, чтобы мы восхваляли Его святое имя и прославляли, славословили, говорили Ему эти прекрасные слова через песни. Вы согласны сегодня это сделать? Слава Господу! Я призываю вас помолиться. Аллилуйя, Господь! Спасибо Тебе, Бог наш, что мы находимся в Доме Твоем, и мы имеем возможность сегодня прославлять Тебя. И мы имеем возможность сегодня служить Тебе, Господь, быть в Доме Твоем, петь имени Твоему, Господь, восхвалять Тебя, Господь, Бог наш. И Ты один достоин всей славы, Ты один достоин всей чести, хвалы и поклонения, Господь. Прими славословие народа своего. Прими уст хвалы народа твоего, Господь наш. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарим тебя. И это время, Господь, мы поклоняемся тебе и прославляем твое святое имя. Аллилуйя. Ему аллилуйя, аллилуйя.
все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Солнце свет горит, согревая всю землю теплом, мое сердце опять звучит Иисусу Христу псалом. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя. Все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господь! О Иисус, спасибо Тебе, Господь, за Твою жертву, за Твою кровь, которой Ты искупил всех нас. Имя Твое, Иисус Христос. И нет другого имени, которым нам надлежало бы спастись. Но Твоим именем мы сегодня спасены, Твоей жертвой мы искуплены. Слава Тебе, Отец, аллилуйя. Будь прославлен. Превозношу Тебя, мой Господь, да святится имя Твое вовеки. Ты мне открыл свою любовь, в сердце излил небесные реки. Имя Твое просвещает тьму мою, и солнце светит. Имя Твое выше всех других имен на целом свете. Имя Твое — водопад живой воды.
сердца приносит имя Твое, Иисус, Ты Царь любви, Тебя душа возносит. Превозношу Тебя, мой Господь, сердце мое Тебя величает, и мне открыл свою любовь, лед вековой от любви Твоей тает. Превозношу Тебя, мой Господь, да святится имя Твое вовеки. Ты мне открыл свою любовь, в сердце излил небесные реки. Благодарю Тебя, Царь любви, за благодать Твою и прощение, за каждый вздох, за каждый миг, за Твою милость и утешение. Твою и прощение за каждый вздох, за каждый миг, за Твою милость и утешение. Превозношу Тебя, мой Господь, сердце мое Тебя величает. Ты мне открыл свою любовь, лед вековой от любви Твоей тает. Превозношу Тебя, мой Господь, да светится имя Твое вовеки. Ты мне открыл свою любовь, в сердце излил небесные реки. Ты мне открыл свою любовь, лед вековой от любви Твоей тает. Превозношу Тебя, мой Господь, святится имя Твое вовеки. Ты мне открыл свою любовь, сердце излил небесные реки. Бог мой, я благодарю Тебя за Духа Святого, за Утешителя, которого Ты послал на эту землю, чтобы мы приняли силу, чтобы делать дела добрые, чтобы служить Тебе, чтобы спасать людей, взятых на смерть. Боже, благослови, Отец. Дай Твою любовь, Отец, Твою безграничную любовь иметь в сердцах наших. Слава Богу!
любовь святом. Твоя милость велика, твоя правда высока, твоя сильная рука нас ведет издалека. Дух святой, дорогой, драгоценный Дух святой, наполняй сердца славою Отца. Дух святой, дорогой, драгоценный Дух святой, освящай и веди за собой. Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, наполняй сердца славою Отца. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, освящай и веди за собой. Следовать за тобой и видеть свет твой. Господь, дойти за тобой, не уклоняясь с пути, Отец. Это узкий тернистый путь, но дай идти по нему, Господь. Дай следовать за тобой, чтобы познать твою благость, познать милость твою, Господь, познать истину твою, ибо истина твоя, она делает свободным. Твоя милость, она велика, Господь. Твоя милость велика, твоя правда высока, правда высока, твоя сильная рука нас ведет издалека. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, наполняй сердца славою Отца. Дух Святой, дорогой, драгоценный Дух Святой, освящай и веди за собой. Церковь по-своему. Дух Святой, освящай и веди за собой, освящай, освящай и веди за собой, освящай и веди за собой. Аллилуйя, Отец, мы славим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, что Ты не оставил нас сиротами, Господь. Ты дал нам силу, дал нам власть, Отец. Сегодня мы имеем власть быть детьми Твоими, Отец. Слава Тебе. Боже, благослови это собрание, Господь. Каждого человека, который пришел на это место, благослови особенно сегодня, Господь. Злей потоки благодати Твоей на нас сегодня, Отец. Дай исполняться Духом Твоим, дай наполняться, Господь. Дай пребывать в Тебе. Благодарю Тебя, Бог мой. Боже, будь прославлен, будь господином этого времени, этого места и этого собрания. Пускай хвала Тебе, она не прекращается. Пускай наши сердца не славят Тебя, Господь. Пускай сердца наши не умолкают о славе Твоей. Слава Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу, Церковь. Сейчас есть время. В следующей песне мы можем служить нашему Богу от нашего имени, от наших приношений. Можем давать Богу наши десятины.
Давайте будем дальше славить Его. Потому что, знаете, может быть, сегодня у тебя нечего дать твоему Господу. Знаете, Давид сказал, что пусть виноградник не даст плода, не будет овец в загоне моем, душа моя не перестанет славить Господа Иисуса, Господа Христа. Давайте мы будем дальше славить Его, будем прославлять Его, будем воздавать Ему хвалу достойную. Будем славить Его. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Боже, будь прославлен, Отец. Да прославится имя Твое святое, Господь. Буду славить Тебя во всякое время. Пусть виноградник снова не даст плода. Пусть нет в загоне моем овец, не беда. Пусть виноградник снова не даст плода. Пусть нет в загоне моем овец, не беда. А я скажу, что унываешь, душа моя? Что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Я буду еще славить Бога. Буду славить, я буду еще славить Бога. Всем сердцем славить, я буду еще славить Бога. Буду славить, я буду еще славить Бога. Пусть ополчились враги, пусть ополчились против меня враги. Все враги. Пусть они снова ищут моей души. Пусть ополчились против меня враги. Все враги. Пусть они снова ищут моей души. А я скажу, что унываешь, душа моя? Что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Я буду еще славить Бога. Буду славить, я буду еще славить Бога. Буду славить, я буду еще славить Бога. Я буду еще славить Бога. Виноградник снова не даст плода. Пусть не в загоне моем овец, не беда. Пусть ополчились все враги. Пусть ополчились против меня враги. Пусть они ищут души моей. Пусть они снова ищут моей души. А я скажу, что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, душа моя? Что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Я буду еще славить Бога. Буду славить, я буду еще славить Бога. Всем сердцем славить, я буду еще славить Бога. Я буду славить, я буду еще славить Бога.
Я буду еще, я буду еще славить Господа. Господа. Поставим хвалу достойную. Я буду еще славить Бога. Я буду славить Тебя. Я буду еще славить Бога. Я буду еще славить Бога. Аллилуйя, Господь наш. Мы будем славить Тебя снова и снова, Господь. Мы будем восхвалять Твое святое имя, потому что Ты один достойный всей славы. Ты один достойный всей чести, хвалы и поклонения. И пусть Твое имя прославляется всегда среди народа Твоего, Господь Бог наш. Спасибо Тебе, великий Господь наш. Дорогой Господь, благослови сегодняшнее наше служение. Благослови и будь господином на этом месте, Господь. Благослови уста проповедующих, Господь. Прошу Тебя, Бог мой, приготовь наши сердца сегодня принимать то слово, которое Ты сегодня хочешь нам сказать, Господь, для нашего назидания, для нашего обличения, для нашего укрепления, научения, Господь Божий. Говори, Господь, сегодня через слово Твое. Благослови, Господь, сегодняшнее собрание. Благослови каждого из нас. Тебе за все слава, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу. Поприветствую своего соседа слева, справа. Пожелай ему что-нибудь доброе. Приветствую вас, люди Божьи, а также гости всего собрания. С миром принимаем. Слава нашему Господу. Потому что если бы не Он, то действительно, что бы было бы с нами и так далее. Слава нашему Господу. И Он хранит нас, оберегает, думает о нас все время нашей жизни на этой земле. У Него нет так, чтобы вот Он устал там или Ему было некогда до нас. Бывает, когда Он отвращает лицо свое от нас, тогда, когда мы не верны или живем неправильной жизнью. Но Господь очень сильно любит нас и желает, чтобы мы приводили свою жизнь в правильный божественный порядок. Аминь. Сегодня слушал книгу «Откровение». Это последняя книга Библии, такая серьезная книга, ну и она устрашающая книга. То есть устрашающая, в каком плане? Если я в неправильном положение перед Богом, то она для меня прям, ну, реальная опасность. Потому что то, что там описано, то, что там ожидает все человечество, оно приводит в страх. Ну и, соответственно, утешение тем людям, которые хранят себя от греха в этом мире, да, то есть от каких-то искушений и так далее. То есть, как утешение тем людям, которые получат то самое избавление, когда Господь Иисус придет за людьми. И тогда, когда будет суд на этой земле. Когда был подростком, читая эту книгу, у меня аж, ну, на фоне прочитанного, у меня, ну, аж сон приснился. И в этом сне мне было вообще серьезно страшно. Я еще не был примирен с Господом, но вот то, как там описывалось, да, что там будет и огонь, и все будет. И я вот прям, как сейчас помню во сне, вот на небе, да, вот как бы и небо уже не стало, и такой Господь большой прям идет такой вот властно прям, вот как и положено, как вот есть, да, Бог. И все везде горит, люди бегут там, не зная, куда спрятаться, и спрятаться невозможно. Я помню, мне проснулся, когда мне было очень серьезно страшно. Да, сегодня не все люди с верой читают Библию и вот такое предпочтение отдают Писанию. То есть, действительно, читая Писание и Божие Слово,
понимает, что это истина, правда, и так оно будет, и так оно было. Ну, понятно, что если также вернуться во время Ноя, многие люди также ходили и жили своей жизнью, не придавали значения Божьему Слову. Так же, как и во время Лота, там, зятья, да, Лота, когда они посмеялись, да ну, что ты тут выдумываешь, какой серный огонь, и так далее. А ведь Господь на самом деле придет. Хотим мы того, не хотим, Он Господь, Он Царь, Он тот, в руках которого абсолютно все, который сотворил все. И это именно тот, который даст всему этому конец, видимому, физическому миру. Он Бог, и Он такое положил в своем слове. Значит, так оно и будет. Как бы мы не хотели пожить на этой земле и попользоваться благами этой земли, хотя мы и пользуемся во славу Божию, аминь, но придет однажды конец, и Господь Бог будет судить вселенную. И Господь Бог, пока есть время, призывает всякого человека в свой чудный свет. Это можно по-другому сказать, когда вам говорят, тебе нужно покаяться, тебе нужно оставить грех. Но это есть то самое, когда Бог призывает человека в свой чудный свет. То есть в новую жизнь, в жизнь Божью, жизнь от Духа Святого, в ту жизнь, о которой человек даже и не мог мечтать, потому что родились мы с вами во грехах, в природе Адама. Вот. И Господь Бог, пока есть время, Он призывает всякого человека в свой чудный свет, чтобы жизнь человека изменилась. И ведь она действительно меняется. Кто понимает, о чем я говорю? Слава Господу! И мы свидетельствуем воскресные служения, сюда выходим и друг другу говорим. Я не знаю, как вы, я встаю на молитву утром или вечером, там, или днем. У меня всегда есть за что Бога поблагодарить. И я понимаю, что это не то, что я такой хороший и благодарный. Я вижу Божью руку в своей жизни. И действительно, Он настолько наполняет и все устраивает. И даже если что-то не по моему сценарию, я понимаю, что Он Бог, Ему виднее все то, что в моей жизни происходит. Это все будет не ко благу. Аминь. Ну и, конечно же, вот, размышляя об том, когда придет Господь и начнет судить вселенную, да, то есть, ну, понятное дело, что люди, которые отказались от божественного призыва, они уйдут в огонь вечный. Потому что что есть человек? Человек есть душа живая, сотворенная Богом, то есть имеющая начало, но не имеющая конца. Твое и мое тело похоронят, в землю опустят, прах в прах он и вернется, но душа, она будет определена Богом в какое-то другое, иное место пребывания. И это есть мое понимание такое, что у человека есть начало, но нету конца, потому что человек – это живая душа. Это не тело, которое мы с вами вот видим, чувствуем, или вот, ну, друг на друга посмотрите, да? То есть вот в этом теле есть живая душа, с которой Бог имеет отношение. И ни один человек, который слышал божественное призвание, не сможет сказать: «Господи, я не знал, не понимал, не слышал». Потому что абсолютно все будет перед Богом обнажено. И нельзя будет так сказать: «Господь, я недопонимал чего-то». Вот я все понимал. И тогда, когда мне сон этот приснился, я как бы в своей жизни сказал: ни сейчас, ни сегодня. И потом, конечно же, моя жизнь пошла под откос. Но по милости Божьей, все-таки я ответил на Божий призыв и вошел в Его чудный свет. И знаете, вот когда Господь придет, да, у Него будет разговор с верующими. То есть с церковью, со своей, с людьми, которые ходят, посещают собрания, которые уверовали в Господа Иисуса Христа, и чья жизнь, она изменилась. И есть притча такая, очень интересная, то есть сам Иисус Христос рассказывал о том, как Он поступит тогда, когда придет. И Он начнет спрашивать у верующих людей о талантах, которые Он даровал каждому из нас. Аминь. Каждому из нас. Вот в той притче там не написано, что кому-то Он не дал таланта. В той притче, я, насколько помню, вы меня можете поправить, там написано, что одному он дал 5 талантов, другому 2, и иному 1 талант дал. И каждый из этих людей, кроме одного, они приумножили те таланты, которые Бог даровал им. И один нашелся такой, в кавычках, умный, который сказал Господу, спрятав свой талант, сказав то, что: «Вот, Господи, я тебе возвращаю то, что ты мне дал,
потому что я там тебя боялся, ты такой господин. И он сказал, что вот такого мудреца бросьте во тьму внешнюю. Тема, о которой я сегодня хотел говорить, это служение Богу. Это касается верующих Господа Иисуса Христа. Казалось бы, вот я гляжу в Писание, и вообще нет смысла даже как бы об этом говорить. Оказывается, есть смысл. Не знаю, как вы относитесь к тому, что мы, как верующие, являемся служителями Божьими, каждый абсолютно, то Писание об этом говорит. И мы посмотрим на эти тексты из Библии. То есть, если я говорю, что я верю в Бога и Богу не служу, то моя вера, то есть она говорит о том, что я мертвый в Боге. А дела, которые я бы мог бы делать, да, они никак тоже и не оправдают меня. И мы в Писании сегодня это посмотрим и увидим. Но то, что я хотел дальше продолжить и говорить о нашем Господе Иисусе Христе, о том, что в каждого из нас Он вложил определенные таланты и определенные дарования. И каждому свое. И нам нужно, конечно же, разобраться, Господи, а что Ты мне дал? Чем я могу Тебе послужить? Господи, а какими талантами, Господь, Ты хочешь, чтобы я прославил Твое святое имя? Потому что если бы у Господа был план только лишь избавить душу нашу от наших грехов и даровать нам спасение, то есть избавить нас от тела смертного, да, греховного, то Господь бы всякий раз тогда, когда мы бы отвечали на Его призыв о спасении, Он бы нас забирал бы с этой земли бы. То есть и верующих бы на этой земле уже не оставалось бы. Оказывается, у Господа есть определенный план на каждую из нас душу. И, конечно же, Евангелие, оно именно таким образом и распространяется. Когда человек говорит, вот он я, Господи, что повелишь мне делать? И у Господа есть определенный план, и мы видим в Писании сам Господь, как прожил эту жизнь. Что он делал, чем он занимался в то время, когда ему исполнилось 30 лет, на то время в их культуре это было совершеннолетие, и когда он крестился от Иоанна, и чем он занимался все остальные 3 года до смерти крестной, до своей смерти за каждого из нас. Давайте с вами откроем один текст, где будем с вами рассуждать вот именно о нашем служении Богу. Это Ефесянам 2 глава. С 1 по 10 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, то Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах, во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аминь. И здесь вот ключевое, да, слово для людей вообще, вот, которое звучит со святых небес, это благодатью вы спасены. Благодатью. И сегодня спасение для людей, которые и не знают Господа, не знакомы, это вот оно именно так и представляет собой Бога. То есть Господь, Он богатый благодатью на спасение всякого человека. Что означает, что благодатью вы спасены и вот этот Божий дар, он не за наши дела. Это означает то, что если бы ты и захотел за свое спасение заплатить какую-то цену, перед Богом это будет ничто. Перед Богом это будет как вот, это даже будет унижением для Бога, потому что Бог, богатый милостью Своею, дарует вот сегодня этот дар каждому человеку. Дарует, это подарок, это не за дела.
Это не за какие-то твои особенные там, наклонности, за твой характер, за твою красоту физическую, да, или душевную. Абсолютно нет. Спасение Божье, оно даром человеку, не за дела. Чтобы никто не мог сказать: Господь, вот я был хорошим, и спасибо тебе за то, что ты мне за это дал. Писание Божие говорит: не от дел, чтобы никто не хвалился. У нас у людей есть такое, чтобы похвалиться там, да, вот смог там, получилось. Господь говорит: не от дел, чтобы никто не хвалился, но чтобы каждый искренне от своего сердца благодарил Бога за этот дар, который Бог даровал сегодня тебе и мне. И мы должны быть постоянно в состоянии благодарности Богу за то, что Бог нам сделал. А что Он нам сделал? Он нам простил все наши грехи. Аминь. Все наши грехи, их не надо было перечислять, там, тот забыл грех, потом вновь говорить. Просто пришел к Господу, сказал: прости, Господь, вот вся моя жизнь была неверная, хочу жить по-другому. И Господь прощает и дарует эту милость. Это не какая-то теория, но тогда, когда человек искренне раскаивается перед Богом и желает начать новую жизнь, принимает решение жить по-другому, Господь его благословляет этой новой жизнью. И тогда вот это слово, оно воплощается в жизнь, что благодатью я спасаюсь, и не за какие-то дела. Ну, если говорить обо мне, так вообще, как бы, и те дела, которые были в моей жизни, они, наоборот, мне четко говорили, что я иду не в том направлении. Но также это и для тех людей, которые, возможно, и кошечки не обидели, там, птичку там не спугнули, да, то есть это абсолютно ко всем человекам. Божье спасение. Потому что для Бога достаточно одного греха, чтобы твоя душа, она была в том месте, где не каждый человек хочет. То есть в аду, в том месте, где место мучений и так далее. Господь желает, чтобы каждый человек был спасен. И вот смотрите, я, слыша Божий призыв, отвечаю на него тем, что я Господу говорю «да». Я говорю: да, Господь, я хочу жить новой жизнью. Я хочу жить так, как живут мои друзья, которые также уверовали в Тебя. И я знал, какими они были, и вот они такими сегодня стали. Я хочу вот эту новую жизнь в Тебе, Господь. И Господь дает ее даром. И здесь вот Слово Божье нам говорит о том, что что мы Его творение, то есть новое творение, да, есть в Писании написано, что, новая тварь, это именно о творении идет речь, что я созданный в Боге уже новый, да, во Христе Иисусе, и Слово Божие здесь говорит в 10 стихе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть смотрите, я Божье творение создан во Христе Иисусе, то есть мое спасение, оно было Богом запланировано не просто для меня, но для Него, даже для Него, потому что здесь написано: я создан во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять. Оказывается, для меня есть определенное Богом предназначение. Для моей души, для моей жизни здесь, на этой земле, есть определенное Богом предназначение на всю мою жизнь. И если я его прохлопаю, то я могу оказаться тем самым с талантом, который разведу руками перед Богом, как бы: Господи, не знал, что с этим делать. Это будет неверно и неправильно. А еще скажу больше. Человеческая душа в Боге может обрести счастье, радость и покой лишь только тогда, когда мы в Божьем предназначении, то есть в Божьем призвании, когда Господь нас призывает в свой чудный свет, призывает на определенные добрые дела, которые уже изначально Богом для нас были определены. И тут уже дело в самих нас. Но мы не сыны противления. Аминь. То есть мы не те люди, которые противимся Богу. Мы те люди, которые бы хотели бы узнать: Господи, какое мое предназначение здесь, на этой земле, здесь, в этой церкви, здесь, в моей жизни, здесь, на этой работе, здесь, в этой семье, здесь, в этой церкви. Аминь. Хорошо, давайте дальше продолжим. У Бога есть для меня предназначение. И хорошо бы, если мне с этим разобраться. По крайней мере, сделать шаг навстречу к Богу и в ответ на ту самую благодать из благодарного сердца спросить Бога: Господь, что ты хочешь от меня? А еще здорово, когда наш день,
у верующих людей начинается и вообще молитва и заканчивается, и вообще всегда мы упоминаем вот эти слова. Господи, что бы Ты хотел, чтобы я сделал сегодня, на этой неделе, в текущем месяце и так далее и тому подобное. То есть тогда, когда мы ищем того, чтобы мы смогли послужить Богу. А служение Богу – это не что иное, как служение людям. Потому что Иисус Христос тогда, когда подал нам пример того, как нам жить, и тогда, когда Он показал, как надо жить, то есть в Евангелиях мы видим то, чем Он занимался, да? То есть, то мы можем обратить внимание, что Он служил людям. Несмотря на то, что некоторые пытались Его остановить там, даже какими-то религиозными там ухищрениями, но Иисусу Христу это не останавливало Иисуса Христа. Он желал спасать людей, Он желал что-то делать для людей. Он видел скорби людей, Он видел переживания людей. Серьезные, на самом деле, не тогда, когда там какие-то поверхностные, да, а когда действительно человек в нужде, и тогда, когда ты в силе помочь ему, и для того, чтобы эта душа была спасена. Вот это то самое благодарное сердце, когда мы спасены, и мы ищем, чтобы Бога отблагодарить, и не то, чтобы это заплатить цену за наше спасение, никак нет. Эту мысль нужно отвергать сразу же, потому что Господь Бог заплатил за наше спасение определенную цену. Нам это даром, нам это по благодати, нам это не за дела, но Господу это дорогого стоило. Господь пошел на смертную крест, на крестную смерть для того, чтобы взять на себя наши немощи, болезни, грехи, все то, что тянуло нас в ад. И не просто тянуло, а с огромной скоростью уносило в ад. И сегодня мы, верующие в Господа Иисуса Христа, можем быть другими, можем радоваться тому, что у нас есть. И эта радость полноценная может наступить лишь тогда, когда мы в Божьем предназначении, тогда, когда мы делаем назначенное Богом для нас дело, то есть для которого мы и созданы во Христе Иисусе. То есть тогда, когда ты не исполнитель Божьего дела, не удивляйся, почему в твоей жизни какие-то, не то что сложности, а неудовлетворение когда, да, то есть человек, он создан так, что хорошо, когда приходит какое-то удовлетворение. И тогда, когда я делаю предназначенное Богом, тогда, когда я вижу, что я был надобен Богу, тогда, когда я вижу, что мое служение Богу было актуально для какого-то человека, тогда я получаю радость и понимаю, Господи, как Ты велик, Ты дал мне возможность порадоваться, что-то сделать для Тебя. Кто я, Господи? Понимаете, да, меня, братья и сестры? И смотрите, и мы не должны этого забывать, и мы должны так учить и друг друга поддерживать и подбадривать, то есть в служении Богу, в добрых делах, в созданным самим Богом для нас, для того, чтобы каждый из нас мог выполнить свою миссию, свое предназначение созданного во Христе Иисусе нового творения. То есть, и может быть, такие мысли приходить, как и в мою жизнь когда-то приходило. Да что я там могу? Вот там вот эти. Неправда. Для Господа очень важно посвящение. Как посвящение той вдовы. Я не хочу сейчас эти тексты местописания вскрывать, да, но я думаю, вы помните, когда принесла две лепты, то есть дневное пропитание. Она кинула вот эти там две лепты в эту сокровищницу, да, которая стояла в храме, где опускали деньги в жертву Богу. И некоторые приходили и клали, если говорить о сумме, намного больше ее. И большие суммы. И, возможно, делали даже это на показ, чтобы видели люди, чтобы вот, смотрите, мы тоже служим, служите больше, да. Но она положила, возможно, незаметно, я не знаю, как это происходило, но Господь Иисус Христос это заметил. И Он, смотрите, на какой уровень поднял вот это посвящение этой женщины. Он сказал, что она положила больше всех вас, больше, чем каждый из вас здесь. Потому что вы приносили сюда из того, что вы имели, то есть, там и у вас еще оставалось. А она принесла все, что имела. Она понимала, и эта цена была определенная. Возможно, она в этот день, может быть, вообще осталась голодной. Это мои уже предположения, именно мои. Писание об этом не говорит. Но тогда, когда мы посвящаем свою жизнь Богу, это определенная цена.
определенная цена, и она отдала все, и Господь это заметил. И я однозначно знаю и понимаю, что Бог ее и благословил. Не знаю, чем и как, но я так просто размышлял и думал, что, возможно, она осталась голодной. Потому что тогда, когда мы жертвуем, мы должны это прочувствовать, братья и сестры. Если мы это не чувствуем, то, возможно, это и не жертва для нас, а просто как бы от того, что мы имеем, положили или дали. А вот тогда, когда мы это можем прочувствовать на себе, это, вот, возможно, это и есть та самая жертва, которую Бог хочет видеть от нас. То есть, когда мы действительно желаем Богу что-то сделать, не просто из каких-то остатков сил или из части наших сил, но из всей силы, которая есть у нас, что мы сможем что-то сделать для Бога. Если, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что на самом деле, тогда, когда ты понимаешь, что ты в уделе Божьем, и когда ты что-то сделал для Бога, вот именно вот так вот, твоя душа от этого испытывает такое удовлетворение, что оно не заменит никакими материальными ценностями. И вот именно так, таких верующих Бог хочет видеть сегодня. И Его Слово, оно именно так и говорит. Это не только лишь, знаете, чтобы мы тут веселились, радовались и пели песни. Да и аминь, потому что мы в этих песнях прославляем нашего Бога, нашего Творца за все то, что Он сделал для нас. И как бы тяжело не было, мы это делаем. И как бы нам радостно не было, мы также это делаем. Но вопрос в другом. Служим ли мы Господу? Делаем ли мы Господу вот то, для чего мы предназначены? Вы знаете, и не вопрос в том, что церковь не та, служители не те, или люди, окружающие меня, не те. Вот если бы были люди другие вокруг меня, то я бы, несомненно, что-то сделал или сделала бы. Вот нет. Господь поместил тебя и меня, новое творение в Иисусе Христе, именно там, где именно только ты и я смогли бы свои таланты приумножить. Аминь. Не хочу грузить, но Божье Слово именно так и говорит. То есть мы с вами должны маленечко другими категориями размышлять. Сегодня я верующий, да и аминь, Господи, для чего? Где ты хочешь меня видеть? Что бы я хотел для тебя сделать, Господь? Потому что если мы свою жизнь проживем для себя, то оно может печальным для нас закончиться. Мы можем себя обманывать всю свою жизнь и говорить, аллилуйя, слава Богу, все хорошо. Но, знаете, мы же однажды каждый предстанем пред Богом. Обнаженный такой, какой есть. И знаете, если сейчас, вот то самое время, когда привести себя в порядок, давайте будем это делать. Давайте на Слово Божье смотреть маленечко по-другому, маленечко иначе. Потому что Господь, Он на самом деле запланировал нашу жизнь, вообще, ну, как сказать, вот такое выражение, крутую прям. И не должны вы быть такими грустными. Потому что тогда, когда мы делаем Божье дело, наша жизнь, она наполняется смыслом Божьим. Именно Божьим смыслом, Божьей радостью, Божьим счастьем. Потому что ты и я Божье творение. Мы не мирские люди. Мы не мирские, мы не от мира сего. Мы от Бога рождены. Мы от Бога рождены. И Господь оставил в своем слове очень много, массу примеров, когда и чем мы можем послужить окружающим нас людям. И когда мы можем послужить тем самым Богу. И знаете, Господь также в своем слове, да, показывает, указывает, да, но еще и Он подготавливает нас к тому, чтобы мы служили. Это давайте с вами откроем 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Вот такая жизнь в Боге. И, то есть, если человек не служит Богу, то это вообще огромный вопрос, спасен ли я? Потому что если ты спасен, ты не можешь не служить Богу. Смотрите, что говорит Божье Слово. 16 стиха. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Запятая. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Этот текст надо обязательно вместе читать. Всегда эти два стиха, их нельзя разрывать. Потому что Господь Бог нас готовит к чему-то. В своем слове, обличая, наставляя, исправляя, Он нас к чему-то готовит, к каким-то добрым делам. То есть тогда, когда ты увидел в своем слове, в Божьем слове себя,
именно себя, не соседа, не надо там осуждать кого-то другого, ближнего, там, вот он не так живет. Ты свою жизнь загляни, о своей жизни позаботься и побеспокойся прежде всего. А потом Господь и поможет тебе помочь там, соседу, как правильно, грамотно это сделать. И здесь Божье Слово говорит о том, что оно настроено для того, чтобы показывать нам нашу жизнь. То есть истина в Божьем Слове. И тут также написано, для чего это, да? Для того, чтобы мы делали добрые дела, чтобы мы были готовы к добрым делам. То есть есть еще определенная готовность, чтобы мы подготавливались к добрым делам, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, другими словами, не спите. Я вижу многих, кто закрыл глаза, могу называть по фамилиям. Сегодня четверг, но мы в Доме Божьем. Аминь. Это не служение, скоро закончится. Это серьезные слова. И, конечно же, ну, дьяволу интересно так вот убаюкать через проповедника. Извините, если я вот монотонно говорю, да. Хотелось бы, конечно, чтобы было более по-живому. Но если вы что-то пропустите важное из сегодня, из вашей жизни, вы можете просто пропустить все. Потому что Божье Слово вообще классно тогда, когда оно вовремя для меня, для моей жизни. Бог знает меня, какой я есть. И мне бы не пропустить Божье Слово для себя. Потому что кто его знает, чем завтра для тебя и меня окончится. Чем даже сегодняшний час для тебя и меня окончится. И здесь я вот увидел такой момент, что Бог желает, чтобы мы были подготовлены. То есть, другими словами, чтобы наша голова, она только и работала, знаете, на что? Вот именно на вот эту формулу, да, то есть подготовка к Божьему делу. То есть, Господи, что бы мне сделать? То есть, где бы увидеть, как бы помочь, где бы, Господи, мне прославить имя Твое Святое? Или где бы, Господи, мне бы отточить то, что я сегодня не умею, но хотел бы делать для Тебя, Господь? И, возможно, вот это желание служить, оно также вызвано самим Богом в Тебе, потому что и хотение, и желание вызывает в нас Бог. Аминь. Слово Божье также об этом говорит. И нам бы действительно в голове своей думать об этом. И Бог поможет нам все остальное устроить. Но прежде всего, наши молитвы, здорово, если были бы обращены именно так. Господь, что Ты хочешь от меня, Господь? Чем я могу прославить Тебя, Господь? Да, я не такой, как все, я не такой, как они, Господи, но я создан в Тебе для каких-то добрых дел. Покажи, укажи, Господь, и именно Твоя жизнь, она будет наполнена счастьем, радостью, и Ты будешь сюда выходить и свидетельствовать. Действительно, Господь благословил меня, я что-то сделал, и такая радость, которая переполняет наши сердца. Вот в этом заключается суть христианства. Мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, тебе и мне. Дальше. То есть, конечно же, пробегаясь вперед, не буду еще некоторые местописания читать, потому что еще есть проповедники. Здесь также в Библии написано о том, что Бог снаряжает нас на служение. То есть, помимо талантов, Он нам дает все потребное и нужное для того, чтобы осуществить какое-то дело. У Него, как сказать, то есть, забыл это слово, но у него куча всего того, в чем ты и я нуждался бы для того, чтобы осуществить Божье призвание в твоей жизни. То есть, мы должны быть, да, внимательны, ну, поощрять друг друга к добрым делам, также Божье Слово говорит в послании к евреям, да, то есть, ну, также, если говорить о служении Богу, есть еще один текст такой интересный, когда вот есть такой, ну, вопросы, да, в церкви. Ну, почему я вот об этом говорю? Потому что я как служитель вижу, вопросы есть тоже в церкви. То есть разница, да, казалось бы, служение в церкви и служение вне церкви. То есть, ну, есть в церкви служение, есть вне церкви служение. Где правильно служение Богу? И там правильно служение Богу. То есть Господь, Он ставит в своей церкви, да, то есть служителей, которые распределяли бы вот эту силу, да, то есть вот те самые возможности и дары помогали бы, чтобы вы смогли их восполнить. И в церкви служение, то есть это определенное служение, но уже оказанное каждому из нас, кто служит в церкви, да, служителям, это оказано нам высокое доверие и от Бога, и от церкви. Почему я так говорю и почему я поднимаю это на высокую планку, да, то есть, ну, от того, что мы каждый день могли бы делать что-то, это да и аминь, но
Вот здесь, в церкви, служители, они берут на себя ответственность за какое-то дело, и что бы там ни было, они в этом деле. Как бы тяжело ни было, они здесь, они понимают, что это их задача, это их удел, Божий удел, то есть в церкви Божьей. И в церкви, да, вы обратили внимание, что все служения, они настроены именно в евангельском характере. То есть они призывны к спасению. Служение детям, с раннего детства им говорится о Боге, чтобы они не уходили от Бога, чтобы они, наоборот, с раннего детства могли и молиться, и знать Иисуса Христа, как живого Спасителя. Пение также настроено на поклонение, на покаяние, на обличение, то есть, да, то есть, и обратите внимание, но определенное служение в церкви – это определенная ответственность. И об этом Божье Слово также говорит, что это высокое доверие. Возьмите книгу «Деяния апостолов». Как были избраны первые диаконы? Стефан в их числе. Там написано о том, что собрание, помолившись, выбрали этих людей. То есть эти люди были заметны, то, чем они занимались. И они не занимались просто показухой из каких-то неправильных мотивов. Но они действительно были исполнены Божьих дел, и их жизнь, она была вот именно чем и что я бы смог бы сделать для тебя, Господь. И эти люди, они были избраны, чтобы заниматься определенной ответственностью в церкви. Поэтому в церкви служение – это определенное служение, которое, ну, оказано тебе и мне, как в высоком доверии. И не пропусти Божий призыв, когда тебе говорят служителя, да, или пастор, там, когда он тебе предлагает какое-то дело в церкви Божьей. Займи, пока оно не занято кем-то другим. Но если, конечно же, это призыв прежде всего не от пастора, а от Бога в твою жизнь, но через пастора там, или служителя. И ты понимаешь, что это для тебя, это что-то волнительное, не пропусти, потому что Господь Бог желает, чтобы мы делали то, для чего мы призваны. Я вспоминаю себя сейчас, когда я обратился к Богу, все было хорошо, я вот помню там, я даже сейчас это уже и не помню, как это делать, обувь подшивать, я помню тогда, там, я могу обувь кому-нибудь подшить, но я вот, ну, как бы не знал, чем я могу сделать, что я могу сделать там, чем я раньше занимался, наркотики там, сидел и так далее, а потом, когда освободился, я и толком-то не работал, тут вот я обратился к Богу и как-то обувь свою зашивал, думаю, может, кому-то я смогу зашить, думал так, ну, конечно, я это сейчас не умею делать, но я помню, у меня было это желание, и ко мне братья подходили в церкви. Не помню, может, даже Сергей подходил, но я помню, что некоторые подходили, слушай, пойдем в службу порядка. Это служба порядка, что это такое, кто не знает. Это те братья, которые там вначале, да, приветствуют, да, то есть помогают вам пожертвования свои Богу положить. То есть это те, которые также готовы помочь, если вдруг с вами стало плохо, да, то есть которые организовывают здесь вот порядок. И мне предложили, пойдем в службу порядка. Я так думаю, да нет, думаю, не мое. А внутри что-то такое. Но я думал, что там люди подумают. Я думал, нет. Потом опять, пойдем в службу порядка. Я, нет. Потом, пойдем опять. И Денис Викторович, по-моему, уже последний уже предложил. Слушай, ну давай, надо попробовать себя что-то как-то. Я благодарю Бога за служителей, которые, вот знаете, мне, вот видели меня, да, и хотели, чтобы я что-то делал для Бога. И потом, когда я встал в эту службу порядка, ну, многие, помните, меня лет 6, наверное, меня оттуда не оторвать было. Я, знаете, как полюбил это дело. Я понял, что как это классно вообще. Я могу Божью любовь вот через рукопожатие передавать другим людям. Я понял, что это не просто, ну, там встречать или лавки расставлять. Я понял, что я могу что-то большее. И наша голова, да, а мы как дети Авраама, да, евреи по вере, да, должны думать именно так, больше, 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 но больше не материально для себя, а больше для Бога, чтобы я смог сделать. Именно для Бога. И чтобы мое служение, оно было более такое обширным. И я понимал, что это вообще серьезно. И мы молились, и промаливали богослужение. И я интересовался там у многих других братьев, как у них это проходило. И мне это было так интересно. Я понимал, Господи, я здесь, это мое дело. Господи, дай мне понимание, как бы больше мне сделать для Тебя. И вы знаете, вот эти 6 лет я вспоминаю, я не говорю о других служениях, но это первое, да, где я проявил себя в церкви, где мне было оказано вот такое доверие,
именно в церкви. Я это вспоминаю сегодня с такой радостью. Я понимаю, что Господь меня особо благословлял. Под эту ответственность, которую я взял на себя, Господь меня особо благословлял. Поэтому не проморгай Божьи благословения в свою жизнь. Это не так просто спонтанно. Это тогда, когда ты берешь какую-то ответственность и говоришь: Господи, вот он я, благослови меня, покажи мне, что я для тебя могу сделать. И вы понимаете, Бог, Он царь царей, творец видимого и невидимого. Однажды Он также нас похлопает по плечу и скажет: Серега, молодец, ты хорошо послужил мне, да? И не дай Бог, чтобы Он мне сказал: да, Серега, или даже не Серега, не знаю, как тебя зовут, что ты здесь забыл. Господи, хотелось бы на небо, извини. Твоя вера была мертвой. Знаете, есть такое тоже опасное такое, ну, понимание, что служить Богу для того, чтобы спастись. Почему я начал именно с этого места в Ефесянах 2 главы, что именно благодатью мы спасены. И наша вера, она не отдел, чтобы никто не хвалился. Вот дублирующее место в Писании – это в Иакове, во 2 главе, где говорится четко и ясно о том, что вера без дела, она мертва. Слышишь? Аминь. И там же Иаков говорит, вот есть бесы, которые также верят в Бога, даже больше, чем ты, потому что они видят Бога. Но их вера мертвая, а твоя вера либо мертвая, либо живая. Потому что написано, что если моя вера без дел, то я мертвый. То мое спасение должно быть под большим вопросом. И ты и я можешь себя обманывать, что я спасен, у меня все хорошо. То есть тогда, когда наша вера мертвая, то есть без дел, дела нужны, знаете, для чего? Чтобы нам показать, живы ли мы, спасены ли мы. И от этого приходит радость и удовлетворение. Потому что тогда, когда твоя жизнь не имеет дел, она мертва. То есть, другими словами, это как индикатор. Вот если я спасен, если ты спасен, можешь поднять руку? Без стеснения. Ты же веришь в Господа. Вот смотрите, а теперь опустите. Вот если я спасен, то я должен задаваться вопросом, живая ли моя вера? То есть вот я спасен через веру, именно через веру. То есть это так, что я услышал Божий призыв, и я ответил на него. И сегодня я спасен, но если в моей жизни нет добрых дел, то это как индикатор для моей жизни во Христе Иисусе. Это как индикатор, то есть, если я ничего не делаю, и моя жизнь уже потухает, то это не просто непонятно почему, а именно по этой причине. Потому что вера начала уже умирать, задыхаться в тебе. То есть, любовь, данная Богом, которая излилась в наши сердца, она не должна застаиваться, она должна проливаться. Проливаться, это вот то, о чем написано в 1 Коринфяне, да, это определенные действия. Это определенные действия. И в нашей жизни мы можем вот кранчик перекрыть Божьей любви, и там все умрет вместе с тобой. Там не должно быть этих кранов. Там надо, чтобы там прям прорывало, прорывало любовью Божьей. Я понимаю, разные периоды бывают в нашей жизни. Но если ты хочешь испытать радость и удовлетворение жизнью со Христом, во Христе, в той самой вере, о которой написано здесь в Библии, то задавайся вопросом: Господи, что ты хочешь от меня? Это правильные вопросы. Меня вообще изначально, до того, как я уверовал, мучил вопрос: смысл моей жизни? Это правильный вопрос, если он также мучает кого-то из вас. Потому что для чего я родился? Неужели как скотина, просто вот родился я и умер? Это я так о себе рассуждал. Неужели просто я как животное, родился, умер, похоронили и нет у меня? Я понимал, должен быть какой-то смысл от моей жизни. И этот смысл я обрел лишь только в Иисусе Христе. И это не просто было вот то, когда я услышал Евангелие, но тогда, когда я пустил в себя Бога и захотел Ему служить, быть Ему угодным, чтобы моя вера стала живой, живой и плодотворной, плодотворной для других людей. Хорошо. Еще один текст, который я хотел бы прочитать, это... Давайте с вами откроем последний текст. Иоанна, 10 глава, 10 стих. Есть Бог и есть дьявол. Дьявол – это враг души человеческой, который тоже ходит, да, и ищет, кого как бы поглотить. И здесь в этом слове написано, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус говорит дальше:
Но я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. То есть Господь Иисус Христос объясняет, что есть дьявол, который желает твою жизнь погубить. И тогда, когда я жил во грехах, это как бы уже на мне давно крест стоял дьяволом. Но тогда, когда я уверовал в Иисуса Христа, я для него как бы ожил, да, как проблема для дьявола. И он всячески, конечно же, и на служении, когда посылает сон в твою жизнь, и ты закрываешь глазки, и тут не что иное, как дьявол рядом ходит и тебе их закрывает. Вот так вот, чик, 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 и ты что-то пропускаешь в своей жизни. Дьявол, вот он именно тот, который приходит именно только для того, не чтобы порадовать нас, повеселить, а чтобы украсть у тебя и счастье, и радость, и жизнь твою, и погубить, и растоптать тебя, и унизить тебя потом, в конце концов. Вот это задача дьявола. И тогда, когда мы не бодрствуем, именно так и происходит. Вот если вы проанализируете, то с чего-то все начиналось, где-то вы не пободрствовали, где-то я не пободрствовал, и в итоге вот так вот все закрутилось, завертелось, что потом ой-ой-ой, не знаю, что сделать. Это вот дьявол, это его вот такие вот ухищрения, мысли, он только об этом думает. И у него есть пока время на этой земле, и он этим и занимается. А Иисус Христос, он пришел, то есть вот эта новая эра для людей, эра тогда, когда ты и я смогли обрести спасение, и те люди, которые еще не знают Бога, могут обрести спасение. Это тот самый период времени, когда Иисус пришел для того, чтобы люди смогли обрести жизнь вечную, спасение в Господе. Ты и я, мы спасены именно благодаря тому, что Иисус Христос пришел с целью дать нам новую жизнь. И новая жизнь, она не просто нам дана как-то бессмысленно, бесцельно, она с избытком. Господь желает, чтобы ты и я имели эту жизнь с избытком. И избыток, вот именно на мой взгляд, исходя из тех текстов, которые я читал сейчас, я вижу, что избыток в Боге может быть именно через твое посвящение и мое посвящение какому-то делу, на которое Бог предназначил тебя и меня исполнять. То, для чего ты во Христе Иисусе создан и сотворен. Вот именно та жизнь, она принесет тебе вот тот самый избыток и счастья, и радости, и удовлетворения. И ты никогда потом не скажешь в итоге, что-то как-то я не так прожил свою жизнь. Ты будешь вспоминать и понимать, что как здорово, что ты что-то сделал, что-то успел. Понимаете, да? А есть еще ведь определенное время для каждого из нас, как и для Христа было, потому что Он в определенное время умер. Тогда, когда ему было 33, молодой парень, он же тоже мог сказать: Господи, ну давай я потом уже состарюсь старичком, да умру. Определенное время было для Христа, и он молодой пришел и принес свою жизнь на этот крест за тебя и меня, тем самым, чтобы спасти тебя и меня. Кто знает, может быть, определенное время в твоей жизни настало для чего-то. Давайте не проморгаем это. Аминь. Слава Господу. Вы знаете, дорогая церковь, сегодня с утра читала Библию, Бытие, и там было написано про Якова. Когда он встречался с Господом, разговаривал с ним, там очень много памятников было. И у них каждого свое название: Вифиль, Маханаим, Галаад. И вы знаете, мне такое пришло в сердце: Господи, есть ли у меня в жизни памятники? Помню ли я все Твои благодеяния в жизни своей? Возвращаюсь ли я к ним? Потому что, Господи, откуда Ты достал меня? Не дай мне забыть, никому из нас не забыть, как Господь милостив к нам. И самое малое, что мы можем для Него, это доказать свою любовь делами, той жизнью, которую нам Бог дал. Аминь. Заметил ты
песчинку малую в глубине морской, средь вражды людской, я брела забытая, усталая. В это счастье верить мне возможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Весь ненужный ил бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Если бы не ты, жила бы я, как все, в безнадежной тьме, в слепой беспечности. Как проник ко мне твой небесный свет, наполняя дух мечтой о вечности. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Весь ненужный ил бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Нет мне в том заслуги никакой, я твоею создана рукой. В этом счастье нет, чем нести твой свет, сердцем отражая образ твой. В это счастье верить мне возможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный ил бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Весь ненужный бережно омыл и назвал меня жемчужиной. Выше счастья нет, чем нести твой свет, сердцем отражая образ твой. Слава нашему Господу! Отниму еще немного вашего времени. Нету выше счастья, чем нести свет нашего Господа, чем служить Ему, чем делать то, для чего нас Бог призвал, для чего нас спас и оправдал. Слава нашему Господу! Так получилось, что все свелось к такому логическому завершению, которое сейчас буду говорить я. Сначала прославление, потом Сергей проповедовал, у меня... Потом Жанна вышла, сказала такое слово. И у меня в продолжение к этому всему слава Господу. Часто такое бывает в церкви. Знаете, вот это прекрасное время, когда Бог нас применяет. Когда Бог использует нас для своих целей. И когда мы позволяем Богу себя использовать.
Хочу с вами читать и размышлять над одним текстом. Давайте откроем второе послание Тимофею, вторая глава. Прочитаем 19, 20, 21 стих. 2 Тимофея, 2 глава, 19, 20, 21 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Слава нашему Богу! Мы все с вами сосуды. И все люди, они сосуды какие-то. Каждый человек в мире – это какой-то сосуд. Вопрос лишь в содержимом. Кто-то, быть может, сегодня позиционирует себя в роли мусорного ведра, знаете, который вкидывает в себя все, что попало. Кто-то еще каким-то сосудом представляет себя. Мы с вами сосуды Божьи. Кто-то не мощнейшие, кто-то немножко помощнее сосуды. Слава нашему Богу за это. Мы все разные. И все находятся в разном употреблении для Господа. Ну, Господь так назначил, что одним нужно быть пастырями, другим апостолами, другим деканами, другим учениками. Кому-то нужно проповедовать, а кому-то нужно и пол помыть. Так устроил наш Бог. Потому что, знаете, была у нас молодежная конференция, взятая в удел, и там ректор Московского теологического института сказал, что если бы все на земле были пастырями, то было бы горе. Потому что некому бы было лечить людей, выращивать хлеб, учить детей в школе, принимать роды и так далее. И это хорошо, что мы все с вами разные. И у нас у всех с вами разное предназначение. Нам Господь предназначил что-то на нашу жизнь. И важно то, как исполняем мы Божьи предназначения или нет. Мы все сосуды. И все должны быть в употреблении Божьем. И знаете, есть, я нашел три причины, по которым сосуд не может быть использован. Первая причина – это сосуд, он загрязненный. Когда человек находится во грехе, он загрязняет себя ежедневно этим грехом, он погружает себя в грязь, погружает в себя грязь. И он изнутри, и порой часто и снаружи, он тоже грязный. И знаете, в такой сосуд ты не нальешь какого-то своего любимого напитка, чтобы попить из него. Там сосуд, где там засохло, может быть, там уже кто-то лазит где-то. Ты не нальешь там в него какого-то компота или сока, чтобы попить. И первая причина – это грязь, это грех. Это неправда. И Бог говорит, очиститесь все от неправды. Всякий, кто да отступит от неправды, всякий, исповедующий имя Господа. Всякий, кто исповедует имя Господа, имя Иисуса Христа, должен отступить от этого. Если ты исповедуешь имя Иисуса Христа, то в тебе не должно быть греха, ты должен быть чистым. И мы должны быть с вами чистыми. Каждый человек, когда он кается, он становится чистым. Наш Господь нас очищает. Иисус Христос омывает нас своей кровью. И мы становимся чистым сосудом. Слава нашему Господу. И по какой причине нельзя использовать сосуд? Вторая причина – этот сосуд уже используется. То есть ты его не можешь употребить для каких-то своих целей. То есть если стоит ведро, например, в нем картошка, то ты не можешь взять это ведро и набрать в него воды, потому что это ведро занято. И что нам делать? Нам нужно просто брать и освобождать. То есть нас Господь для чего-то предназначает. Нам Господь говорит делать что-то, дает откровение на какое-то дело Божие. Мы получаем это откровение, получаем силу для этого откровения, но мы не исполняем его, и мы просто стоим на месте.
И вот это очень важно, что когда нам Господь говорит не медлить, а идти и делать. Братья и сестры, кто любит йогурт? Йогурт кто любит? Да, дядь Толя, хотите? Пойдемте, дядь Толя. Вот смотрите, вот это вот сосуд высоко, как в почетном употреблении. Из этого сосуда пьет сам пастор. Из этого сосуда пьют всякие важные гости. Начальствующий епископ к нам приезжал, пил из него. Вы представляете, как, в каком высоком употреблении этот сосуд? Держите, дядь Толя. Да? Пожалуйста, дядь Толя. И, только стоп. Вам нужно выпить этот стакан так, чтобы вы его не наклоняли. Получится у вас это? И понимаете, и мы также с вами порой, мы не даем Богу использовать нас, мы стоим твердо, и мы ждем. Нам нужно склониться пред Богом, нам нужно позволить Богу себя использовать, а мы получаем силу, получаем откровение, получаем содержимое, и не даем этому уйти из нас. Но нам нужно склониться пред Богом, признать Его волю, Его силу, и тогда мы начнем действовать. Дядь Толя, пожалуйста, угощайтесь. Нужно, да, нам нужно приложить силы, приложить усердие, чтобы мы были использованы Богом. Слава нашему Господу! И понимаете, и вот так вот этот сосуд был использован. И нам нужно также, когда мы имеем какое-то служение, нам, например, доверили какое-то служение, что-то сделать в церкви, да, допустим, там помыть пол, и ты можешь помыть пол сейчас, но ты не моешь его, и тебя потом зовут на какое-то дело, ты говоришь, мне надо пол помыть, но ты же мог это раньше сделать. И нам нужно освобождать себя скорее, чтобы нам вновь был доверенным для Божьего дела. Братья и сестры, кто любит Кока-Колу? Любители Кока-Колы побольше. Паша, пойдем. Вторая причина, почему мы не можем быть использованы Богом, мы еще не очищены. Держи. Ну как? Хочется такого? Почему мы не можем быть использованы Богом? Мы не очищаемся от чего-то. Смотрите, вот этот сосуд в высоком почетном употреблении, из которого пил сам епископ, мы не хотим из него пить. Потому что этот сосуд, он не очищен. И вот если сейчас выбирать между вот этим высоким сосудом и вот этим невысоким сосудом, я думаю, Паша выбрал бы пластиковый стаканчик. Пластиковый стаканчик занят, держи банку. И мы порой вот так вот не очищаемся. Что это значит в нашей жизни, братья и сестры? Мы порой находимся в каком-то служении. Или мы что-то сделали когда-то для Бога. И мы становимся вот такими. И мы даже сделали для Бога, и мы становимся как этот стакан, с которого выпили йогурт. Мы становимся пустыми, но в нас остался вот этот остаток йогурта на наших стенках. И нужно от него очищаться, потому что иначе, ну что в нас налить? Даже когда пройдет время, этот йогурт засохнет, даже йогурт в него опять налить неохота будет. И когда мы что-то делаем для Бога, и у нас такое ощущение, что ну я уже сделал что-то для Бога, пускай кто-то другой сделает. Нас Бог призывает к чему-то, а мы, ну я уже вот, ну я уже послужил. И в нас этот остаток остается. И мы держим вот это, знаете, порой мы помним вот этот вкус какого-то дорогого сока, который плескался по нашим стенкам, что когда-то я съездил на год для Иисуса.
На картонку я не пойду. Когда-то я служил в прославлении. Я не пойду сейчас двигать лавочки. И порой в нас наливали что-то такое, знаете, более вкусное, какой-то сок свежевыжатый. И теперь мы как-то не можем уже позволить налить в себя просто воды. Потому что, ну, у нас есть остаток этого сока внутри нас, у нас есть прошлое содержимое в нас. Но нам нужно отпускать это содержимое, нам нужно очищаться. Давайте откроем, пролистнем немножко назад, послание к Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, я простираюсь вперед». Знаете, если мы будем помнить все, что мы сделали для Господа, и будем хранить это, и не будем себя очищать для чего-то нового, то мы будем этим грязным стаканом. Если бы мы зацикливались только на одном, что мы предназначены только для одного, что этот стакан, он предназначен только для йогурта, то мы бы с вами не развивались. Алым бы никогда не начал готовить у нас плов, я у него подошел, узнал. Он бы только играл бы на гитаре в прославлении, и все. Мы бы не участвовали в других служениях, если бы каждый участвовал только в своем служении, а просишь брата или сестру помочь в каком-то деле, извини, я вот уже в прославлении служу. Но мы должны давать Богу руководить нашей жизнью. В Евангелии от Матфея написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Знаете, нищий, по-другому можно сказать, что пустой. Если сразу, ну, аналогию такой нищий, это пустой стакан. Но нас Бог исполняет Духом Святым. Мы должны постоянно исполняться, но при том оставаться нищими. Вопрос, как? Но это противоречит одно другому. Мы исполняемся Духом, но мы должны быть пустыми. Потому что когда мы исполняемся Духа Святого, мы должны отдавать это. Мы не должны это как-то скапливать в нас. У нас постоянно должна быть циркуляция. В нас должно поступать и выходить из нас, поступать и выходить. Потому что если вы нальете тот же йогурт, молоко, даже воду, если вы нальете в стакан, и она из стакана никуда не денется, то вода затухнет, молоко прокиснет. И мы должны то, что в нас Бог дает, мы должны это отдавать, чтобы нам постоянно обновляться. Мы не должны зацикливаться на чем-то одном в нашей жизни, что я только лишь участник группы прославления, я только лишь руководитель домашней группы. Я вот один день в неделю Господу посвящаю, все мне как-то больше неудобно. Есть моменты, когда у человека просто действительно нету времени. Но бывает, что есть время, и мы предпочитаем это время пустить в угождение нашей плоти. Полежать, отдохнуть, погулять где-то. Но уже не мы живем, братья и сестры, но живет в нас Христос. И мы уже не в состоянии решать за нашу жизнь, что нам делать. Если в нас живет Иисус, то мы сегодня не можем, знаете, спокойно сидеть, когда у нас под дверью какой-то человек, который нуждается сегодня просто в чем-то, в еде, в одежде. Если в нас Иисус, то мы не можем так сидеть. И мы должны постоянно быть в употреблении Божьем, чтобы мы были в применении Божьем. Потому что, знаете, если ты такой важный сосуд, ты, возможно, выходишь, проповедуешь за эту кафедру. Ты в церкви там, на особом месте таком, тебя все знают. И ты постоянно вот это то, что ты проповедуешь, или то, что ты служишь в группе прославления, вот это постоянно у тебя внутри. Ну как я пойду там мыть туалет, если я в группе прославления? Как я свои музыкальные пальцы в унитаз опущу? Но знаете, если мы будем так, то мы не будем вообще использованы Богом. Если я вот такой вот, то меня Бог не будет использовать. Если почетный золотой сосуд, он загрязнен,
Бог не будет его использовать. Бог возьмет дешевый, деревянный, глиняный, пластиковый, но чистый, и применит его. И мы, понимаете, мы с вами на каждом служении молимся этой молитвой: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя». Но мы почему-то не всегда делаем так, чтобы была Божья воля в нашей жизни. Бог нас спас для добрых дел. Итак, кто будет чист от неправды, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Понимаете, вот сосуд, он годный на всякое доброе дело. Он годный не только лишь для того, чтобы там в него наливать что-то особенное, или чтобы его использовать для чего-то одного, но он годен для всякого доброго дела. Так написано в Слове Божьем, для всякого доброго дела. И мы сегодня должны себя, свою плоть преломлять. Мы не должны, знаете, оставлять на своих стенках вот эти остатки какого-то прежнего нашего содержимого. Но мы должны очищаться. То, что нам Господь дает, мы должны отдавать это. Чтобы мы опустошались, чтобы мы снова могли служить Богу. Когда мы опустошились, мы должны забыть то, что мы сделали, потому что в Библии написано, апостол Павел говорит, когда сделаете что-то, говорите, мы рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Мы не должны, знаете, как-то мусолить вот это в своей памяти, что вот я сделал, я молодец, слава Богу. И через год ты больше ничего не сделал, но ты до сих пор вспоминаешь ту евангелизацию, на которую ты ходил когда-то. Мы не должны вот это как-то вспоминать, забывая заднее, простираясь вперед. Не останавливаться на месте мы должны, но мы должны идти вперед, устремляться вперед. Потому что если мы с вами не устремляемся вперед, мы стоим на месте. И мы не движемся в сторону Царствия Небесного. А если мы не движемся в сторону Царствия Небесного, то зачем мы живем? Мы должны с вами позволять Богу использовать нас так, как Ему угодно. Потому что Он наш Создатель, Он горшечник, а мы глина, которую Он использует. И знаете, Бог вправе делать то, что Ему хочется. Если он захочет взять золотой сосуд, подставить его под батарею, где протекает вода, он вправе это сделать. Если Бог хочет взять пластиковый стаканчик и подать его какому-то важному гостю, он вправе это сделать. Бог вправе распоряжаться нами, как нас использовать. Но мы должны быть покорны Богу и послушны. И слышать его призыв. И делать то, что он хочет для нашей жизни. Слава нашему Богу. Давайте встанем на наши ноги, помолимся. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, Боже. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты спас всех нас, что Ты очистил нас, Господь. Спасибо Тебе, Бог мой, что Ты не оставляешь нас, что Ты любишь нас, что Ты используешь нас, Господь. Я прошу Тебя, дай быть верным Твоим сосудом, Боже. Исполнять Твою волю, Господь. Стремиться исполнить Твою волю, Твой план на мою жизнь, Господь. Чтобы имя Твое, оно прославлялось, Господь. Прости, что я где-то противлюсь Твоей воле, Отец. Но я хочу служить Тебе, хочу исполнять Твою волю, хочу быть использованным Тобой. Хочу быть покорным инструментом в руках Твоих, Отец. Дай мне, забывая заднее, простираться вперед. Что я сделал для Тебя, то я сделал, Господь. Дай мне это забыть и двигаться дальше, и достигать нового. Не тешить себя тем, что я что-то сделал уже для Тебя, но снова делать что-то, достигать новых высот. Отец, дай стремиться к совершенству. Дай быть совершенным, как Ты совершен, Отец. Дай приближаться к Тебе.
дай слышать голос Твой, видеть руку Твою, когда Ты хочешь использовать меня, Господь. Я благодарю Тебя. Слава Тебе и хвала, Бог мой. Будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу. Присаживайтесь, церковь, еще будет пара объявлений. Братья и сестры, слава Богу за это время, за Слово Божие. Напоминаю вам о служениях, которые проходят здесь, в Доме молитвы, в церкви Неемия. Каждый понедельник здесь в 18:00 молитвенное служение. Давайте будем поддерживать друг друга в молитвах об исцелении, о благословении. Поддерживать друг друга в молитвах. И еще начинаем такой, не знаю, проект, не проект, такой как молитва каждый день. Здесь, в Доме молитвы, в 8:30 утра будет собираться, кто хочет, желающий, чтобы помолиться, попросить Божьего благословения на день этот насущный, помолиться о каких-то нуждах. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, здесь в 8:30 в Доме молитвы. Можете даже дома, если нет возможности приехать сюда, знаете, что в 8:30 будет молитва, можем вместе молиться в это время. По вторникам «Школа Христа» 18:30, в четверг основное богослужение. Напоминаю, приглашаю на домашние группы для общения, для того, чтобы вместе размышлять над Словом Божьим, вместе молиться также друг за друга. Это время вечернее, да, свободное время вечером намного лучше провести в общении с верующими, да, на домашней группе, чем там интернет, телевизор и все тому подобное. Так. В четверг основное богослужение, в субботу библейские курсы в 10 утра, воскресная школа, много детских служений. Завтра, в эту пятницу, завтра, то есть в 18:00 здесь будет проходить служение, внеплановое, скажем, служение. У нас в гостях будет Борис Кохан, епископ Белгородской области. Будет очень интересная тема «Израиль и церковь». Рекомендую, сам уже слышал его проповедь на эту тему. Приглашаю вас завтра в 18:00 здесь, в Доме молитвы, служения. Также в субботу в Ачиирском пройдет конференция под названием «Стремись к высшей цели». Конференция для тех, кто проходил когда-то реабилитацию, кто прошел реабилитацию, для всех, кто вот с этим связан. В субботу в Ачиирском в 4 часа вечера, в 4 часа будет проходить эта конференция. Напоминаю, что идет запись на крещение. Кто принял такое решение, посвятить свою жизнь Господу, заключить завет посредством водного крещения, пожалуйста, подходите ко мне, записывайтесь. Крещение будет проходить в начале июля. Также напоминаю вам, как апостол Петр говорил напоминанием, возбуждая вас в чистый смысл, проект «Килограмм». Каждое воскресенье вы можете послужить ближнему, принести килограмм различных продуктов, чтобы помочь кому-то в нужде, восполнить чью-то нужду, чтобы ваш достаток восполнил чью-то нужду, как в семье, как в церкви. И прочитаю вам из Иакова, опять же напомню, 2 главы, 14, 15, 16 и 17 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Так что давайте будем служить друг другу именно делами. И давайте вместе делать наш этот дом красивым. Жертвуйте ящичек при выходе, не забывайте. И сейчас у нас есть время. Ну, давайте сейчас скажет брат. Добрый вечер, дорогая церковь. И знаете, я вижу на самом деле, что Бог сегодня делает так, что подытожить это собрание, это слово, которое говорил Сергей, начало на спасаемых душах, вообще о ценности наших душ человеческих. И в книге Библии написаны такие слова: «Если бы не Господь был мне помощником, то вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». И сегодняшний день он еще раз подтверждает нам Бог, что есть еще одна душа спасенная. У нас прошел брат Иван реабилитацию, прошел адаптацию. И мы, знаете, хотели бы к вам выразить благодарность и попросить. И наша просьба, она будет выражаться в том, чтобы мы помолились за него. Он, знаете, его сердце
настроена, есть желание в его сердце служить детям. Это в нашем легендарном клубе «Аванна». Иван хочет служить в «Аванне». Да, и он хочет, чтобы мы помолились как церковь за него, благословили его на это хорошее, доброе служение. Такое оно, на него терпения нужно очень много, на это служение, как и во всем, я думаю. И мы хотели бы попросить вас помолиться за него, если вы не против. Дорогой наш Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты однажды презрел на эту душу, Боже, как и нас всех, Ты привлек свое внимание, Боже, мы славим Тебя, Господь, что сейчас этот человек стоит здесь среди нас, среди народа Твоего, Боже, и просит помощи у Тебя. И мы, Господь, в лице Церкви Твоей, мы благословляем его, Господи, и просим Тебя, пожалуйста, Ты не дай ему устать в исполнении воли Твоей, потому что она благая и совершенная. Господь, мы просим Тебя, пожалуйста, Духом Святым, веди его путем своим праведным, Господи. И все желания сердца, которые будут соответствовать Твоей воле, Отец, помоги ему исполнять их, Господь. Помоги ему стремиться к большей, высшей почести, звания в Тебе, Иисусе Христе, Спасителе нашим, Господи нашим. Ты добрый, любящий, мудрый, заботливый, никогда не оставляющий народ свой, детей своих. Господи, слава Тебе, и мы благословляем его, и мы прославляем имя Твое. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будь благословен. Слава Богу, братья и сестры. Господь сказал, что если будете что просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И сейчас есть время молитвы о нуждах. Отдадим их в руки Божьи. Дорогой Господь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за благодать Твою, милость к нам, Господь, за спасение, которое Ты даровал нам, Боже, за эту новую жизнь, новые сердца, Господь, за драгоценное Слово Твое, которым Ты нас питаешь, Господь, которым наполняешь нас, исправляешь наши сердца, Господь, за любовь Твою, которую излил Духом Святым в наши сердца. Боже, мы сейчас в этой молитве отдаем все эти нужды в Твои руки, Господь. Верим, что Ты, как любящий Отец, печешься о нас. Ты знаешь все наши нужды, все, что нам необходимо, Господи. Ответь на все эти молитвы и прошения, Господи. Кто-то просит об исцелении, решении каких-то трудностей, проблем, Боже. Ответь, рассмотри каждую нужду, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Боже, наши дома, семьи, наших детей, Господь. Мы все доверяем в Твои руки, Господи. Просим, научи нас, Боже, прежде всего искать Твоего Царства и правды Твоей, Боже. И верим, что Ты остальное прилагаешь. На Тебя уповаем, Спаситель наш, да будет воля Твоя на все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Церковь, вы что-то получили сегодня для себя? Слава Господу, что мы уйдем отсюда не пустыми, но впоследок хотел бы еще напомнить кое-что. Вы знаете, вот эта неделя, она такая трудная была для меня. Такие испытания были, в подробности не буду вдаваться, но в общем было очень сложно. И каждый раз я когда смотрел на эти трудности, думаю, я задавал вопрос: Господи, что Ты мне этим хочешь сказать? Господи, что Ты мне хочешь показать? И знаете, я просто видел, что Господь меня ведет по правильной дороге. Он буквально заставлял меня делать те вещи, которые я должен был сделать, и я их сделал, слава Господу. И знаете, когда мы ищем лица Господа в трудностях, когда мы не впадаем в депрессию, в уныние, не отпускаем руки, а просто говорим: «Я буду все равно славить Тебя, Господи. Ну и что, что трудно? Ну и что, что плохо? Ну и что, что не склеиваются мои дела? Все так плохо и отвратительно. Но я все равно буду славить Господа, потому что это самое лучшее, что мы можем сделать для Господа, когда нам трудно, когда нам плохо. И знаете, так хочется поунывать немножко, так хочется поплакать, чтобы кто-то тебя прижал к груди, и ты поплакал. Но знаете, лучшее средство – это не плакать у кого-то в груди, а лучшее средство – это славить Господа. Говорить: «А я буду все равно славить Господа». Аминь. Слава Господу! Прославляйте Господа всегда! Аллилуйя! Пусть виноградник снова
снова не даст плода. Пусть нет в загоне моем овец, не беда. Пусть виноградник снова не даст плода. Это значит, зарплату не дали. Пусть не в загоне моем овец, не беда. Это значит, холодильник пустой. Что мы будем что делать? Душа моя, что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что улыбаешь, душа моя, что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Я буду еще славить Бога. 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 Пусть ополчились, пусть ополчились против меня враги. Снова ищет моей души, пусть ополчились против меня враги, все враги, пусть они снова ищет моей души. А я скажу, что унываешь, душа моя, что унываешь, душа моя, что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, душа моя, что смущаешься, ведь я буду еще славить что Бога унываешь, моего. Душа моя, что унываешь, душа моя, что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Что унываешь, душа моя, что смущаешься, ведь я буду еще славить Бога моего. Я буду еще. Я буду еще славить Бога. Буду славить. Я буду еще славить Бога. Я буду еще славить Бога. Аллилуйя, братья и сестры. Благословлять Бога с миром Божьим. Да благословит вас Бог.